Купують все товару обмаль. Продовольчий ринок в Южному продовжує працювати. Продавців тут значно поменшало. Найбільше питання зараз з доставкою овочів, розповідають торговці. Товар дорогий, дуже, але поймите правильно, це не від нас залежить ціна. Це все залежить від закупочної ціни. Вот. На оптовых рынках, где мы покупаем это, товара очень мало, очень тоже мало, и он очень дорогой. Вот мы всегда, я лично тоже возил с Херсонской области, такое село есть там Великий Капани, где буквально каждый двор чем-то что-то выращивает, занимаются люди, выращивают. Теперь мы такой возможности туда не имеем, чтобы туда поехать. Что было до этого, до бомбежки привезли, сейчас я никуда не еду, ничего не привезли. Борщевой набор. Проблема. Капуста, буряк, морковка – это проблема. Немає де закупити? Нема, да. Ну, то есть его просто нет нигде. Семенная картошка и все. Очень мелкая, по бешеной цене. Заходимо до м'ясного павільйону. Стратегічний український продукт – сало – тут в наявності. Продавчині кажуть, з м'ясом перебоїв поки що немає. Працюють, як завжди. Прямуємо до хлібних кіосків. І южненський, і одеський хліб у продажу є. Много хлеба, правда, нету, не весь ассортимент, как всегда. Но зато увеличились обеденный, ржаной, пшеничный, все это есть. Хлеб приезжает немножечко позже, чем обычно. Так он всегда к 6 часам был хлеб, а это к 8. Что с цінами чи підвищувались? На рубль повысились цены. Не очень сильно много, но на рубль повысились. Утром привозят, каждый день все есть. И булочки есть, без начинки, но сладкое есть. Все есть, все нормально. Сказали, будет поставка, будут печь всегда. Каждый день. А цена чи збільшилась? Немножко увеличилась, но все везде все увеличилось. Сахар поднялся в цене, все поднялось в цене. Что вы хотите? Бакаліні товари в наявності. Ціни продавці не піднімають. Крупи, макарони, вершкове масло та ковбаси на ринку також можна купити. Оце що, все, що тут було, крім того, що завозимо з Березанки, крупи, макарони і то. Як попросили 50 пакетів, дали 10-15. Вони не встигають і працюють в основному на хлопці приїжджають з самооборони. Якщо немножко буде тише, може бути, будемо завозити товар, звісно. Потому что цех работает, он по Видеополе, посмотрим. Как бы предложение есть, но немножко боюсь из-за водителя сюда, чтоб ехал. Все есть, да. Чи будете возить? Будем. Каждый день работаем. Меньше, конечно, Хмельницк не приезжает, там же копченый. Но мы завтра его ожидаем, вроде бы как будет. А варенка так все завезли сегодня. Масло, сыр, все есть. Всі намагаються працювати, аби забезпечити южненців продуктами, говорить директорка ринку. Однак пані Оля розповіла нам про дітлахів, які, маючи вільний час, бешкетують на території. Після 12-ї, коли ринок напівпорожній, підлітки псують майно підприємців. Очень часто собираются где-то с 11 часов дети от 10 до 15 лет группами. Где-то по 5-10 человек, 7 я подходила, просила. Но я хочу еще раз сказать, что есть видеонаблюдение. Мы ведем наблюдение. Если они будут так делать, мы будем обращаться в милицию, потому что переворачивают зонты рвут, переворачивают стойки, столы. Прошу, конечно, родителей беседовать с детьми. Я говорила неоднократно детям, бывает часто я вот их нахожу, и прошу, говорю, вы лучше помогите в чем-то, чем свою силу не туда, куда надо, в такое тяжелое время. Більше про роботу міського продовольчого ринку дивіться у програмі «Стосується нас».